Сегодня мы присутствуем на одном из самых грандиозных и самых масштабных мероприятий компании DAS. Ну что ж, посмотрим, что интересного будет для нас. С каким животным у вас ассоциируется компания DAS? Шиншилла. Норка. Тигром. С волком. Наверное, собака. С таким мишком добрым. А почему вы работаете уже 8 лет? Потому что мне здесь нравится. Вам нравится или нравится руководство, как вы работаете? Наверное, тоже. И скажите, какими характеристиками должен владеть человек, чтобы работать в вашей компании? Душевно, красивым должен быть. Что бы вы хотели улучшить в компании? Большего к нам интереса. Почему вы работаете в компании DAS? Потому что это самая лучшая компания. Потому что каждый человек здесь может реализовать себя. А каким образом вы реализовали себя в компании DAS? Я морально, финансово. Сотрудники компании DAS получают зарплату сколько они хотят. Какими надо характеристиками владеть, чтобы работать в вашей компании? Оптимизмом, энтузиазмом. Таким уверенным, прежде всего, быть. Да, вы часто посещаете подобные мероприятия? Часто. Какое мероприятие вам запомнилось больше всего? Мексиканская вечеринка. Мужчины пьют, а мы работаем. Я хочу принять этот коллег за нас, за страховую группу DAS. А у вас есть какие-то интимные отношения в компании? Никаких. А какие же отношения у вас есть вообще в компании? Порядочные, дружественные, чистосердечные. А вы думаете, что вы нравитесь людям? Не всем, но некоторым, думаю, нравлюсь. И какие вот есть у вас два минуса, которые бы вы хотели исправить в следующем году? Давайте в следующем году я подумаю и скажу о своих минусах. Скажите, а вот вы считаете слово франшиза сексуальным? Нет. Конечно, франшиза. Некоторые говорят, что за шиза? Я его не считаю ругательным. То какой у вас любимый термин в страховой деятельности? Ну, как бы не буду прямо в камеру. Да что за шиза? Считаете ли вы отношения мужчины и женщины? Считаю. Считаете? Считаю. А что именно? Считаю отношения. Девчоночки, скажите, пользуетесь ли вы таким термином бонус-малус, когда вы заходите в какой-то бутик? Скидка называется, да? Да. Да. В каком же вы магазине так выражаетесь и понимают ли вас продавцы? Если бонус-малус, то, конечно, нет. Но скидку просим всегда. Вы бы хотели стать миллионером? Хотела бы. И куда бы вы потратили свой миллион? Наверное, на бизнес какой-то. Путешествия и бизнес. А вы страхуете от сглаза? Нет, не страхуем, но было бы выгодно. Скажите, пожалуйста, какие есть самые большие конкуренты компании DAS? Их не существует. Все всегда решаем. А существуют ли конкуренты, которые внутри компании? Все всегда решаем. И когда вы планируете в компании заработать ваш первый миллион? Думаю, год-полтора, максимум два. И на что вы его потратите? Куда потратить, всегда найдется. А вы любите экономить на женщинах? Нет. Какой самый дорогой подарок вы сделали женщине? Наверное, бриллианты. Просто так вы что-то дарите кому-то?
конечно, улыбку. Если мужчину назвать словом «абандон», есть у вас такое, да? Это обидно или нет? Те, кто понимают, те знают, что «абандон» — это доп. Соглашение к генеральному договору. Поэтому это не будет обидно, если человек в теме. Почему вас взяли именно в эту компанию работать, как вы считаете? За улыбку. За улыбку. Заработали свой первый миллионный страховой платеж? Миллионный нет, потому что у нас населения сильно мало. Ну, полмиллиона есть. Полмиллиона. И каким образом? Ну, как все. Скажите, вы считаете себя психологом? В какой-то степени да. А какими психологическими трюками вы владеете, когда уговариваете людей застраховать что-то? Просто надо делать скидки. Какую самую большую скидку вы сделали за свою работу? Это можно на камеру говорить? Конечно. 50%. 50%. Это что за шиза? Сейчас ходят такие слухи, что самый популярный вид страхования – это застраховать квартиру тещи. Вы уже застраховали? Не-не-не-не. Теща пусть страхует сама. А считаете ли вы, что в компании ТАСС возможно заработать миллион? Я считаю, что в компании ТАСС нет ничего невозможного. Вы считаете себя счастливым человеком? Пожалуй, да. И что для вас счастье? Это быть в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Работать в коллективе, который тебе очень нравится, и заниматься любимым делом. Вы считаете себя успешным человеком? Да, конечно. А что для вас успех? Моя компания для меня успех. И какой вы видите компанию ТАСС через 10 лет? Дружной, большой, всеукраинской. Какой же вид страхования популярный в Донецке? Автогражданка и страхование автомобиля автокаска. Какой, на ваше мнение, самый удачный вид страхования и самый нужный? Ну, самый нужный – это имущество, но самый удачный – это транспорт. Есть ли вид страхования такой, которого, в принципе, еще нет, но вы бы хотели, чтобы он появился? Нет, ну, наверное, в нашей компании есть любой вид страхования на любого клиента. Сколько же вы привлекли клиентов в компанию? Я думаю, достаточно. Ходят слухи, что в компании ТАСС очень хорошо зарабатывают сотрудники. А насколько хорошо зарабатываете вы? Нужно конкретную сумму сказать. Я думаю, что я достаточно хорошо зарабатываю. А насколько компания дает возможность зарабатывать больше? Ну, на сегодняшний день я считаю, что компания, ну, делает все для того, чтобы мы зарабатывали. Какая самая дорогая покупка была после того, как вы стали работать в компании? Квартира. Вы застрахованы от плохого настроения вашего руководства? Безусловно, безусловно. Мы страхуем все и всех. От чего зависит ваше хорошее настроение? Чем лучше будет у нас душевный подъем, тем лучше мы обращаемся к нашим клиентам, тем больше наши доходы. Скажите, каким образом у вас удалось достичь таких результатов? Это страстное желание создать то, что нам изначально рекомендовали, как нужно построить этот бизнес. И я как бы прислушалась к этому, поэтому у меня 6 точек продаж. У меня много денег, у меня действительно работает очень сплоченный коллектив, которым я горжусь. Больше эмоций. Вот такие эмоции и комментарии были сегодня на одном из грандиознейших мероприятий компании ТАСС. А мы с вами двигаемся дальше. С вами была я, Ксения Осадчая.